Всем привет, с вами Кирилл, и в этом видео я хочу поделиться лайфхаком по сохранению внешнего вида вашего металлоискателя. Итак, вы приобрели себе новый металлоискатель и хотите, чтобы он и дальше радовал ваш глаз своим внешним видом. Либо это может быть металлоискатель бэушный, но в хорошем состоянии, за которым также бывший хозяин хорошо следил надлежащим образом. Итак, всем известно, что для блоков управления металлоискателями используются обычные чехлы, которые продаются в любом магазине кладоискательском рублей за 450-500, ну где-то и больше, в зависимости от качества и от магазина, и от региона, в котором вы приобретаете. Дальше, что касается штанг. Штанги окрашены, как правило, в черный цвет, и в процессе использования металлоискателя зачастую обтираются, становятся пошарпанными, откалывается краска, появляются вмятины. Как же от этого уберечь свой ненаглядный металлоискатель? Я вот решил пойти следующим способом и приобрел в магазине термоусадочную трубку. Я видел, как на просторах интернета человек использовал велосипедные камеры, респект ему, молодец, тоже хорошая идея использования старого хлама, который пригодился в будущем, лайк однозначно. Вот, но я решил пойти следующим образом, я сейчас буду устанавливать с помощью технического фена термоусадочную трубку. Я нарезал, как мне нужно будет. Но единственное, что вот на рукоятку я буду использовать термоусадку другой толщины и другого цвета. Но меня это не напрягает, поэтому она будет у меня находиться вот здесь. Вот эту термоусадку, кстати, я использовал на свой пинпоинтер. Дальше в другом каком-нибудь видео я обязательно его покажу вам. Ну, собственно, давайте посмотрим, что из этого получится. Не переключайтесь, смотрим. Итак, берем фен и термоусаживаем. Процесс термоусадки, скорее всего, займет у вас минут 5 на все про все. Может быть, чуть больше. Зависит от того, как аккуратно вы хотите это сделать. Так, я же закончу с этой штангой, переключусь на другую и вернусь к вам. Итак, ребят, процесс термоусадки завершен. Как видите, термоусадочка легла очень хорошо. Крепенько все обжала. Ручка будет сохранена в идеальном состоянии. Надоест, сниму. Короче говоря, решил пока попробовать такой способ. Соберу металлоискатель, посмотрю, что из этого получится, как встанет подлокотник, как встанет блок управления. Так вроде замерял, вроде должен встать нормально. Но, собственно, это пилотный проект, посмотрим, что из этого получится, устроит меня это или нет. На худой конец просто возьму и обмотаю всем известной липкой клейкой, вот этой вот полурезиновой лентой камуфляжного окраса. Всем спасибо большое за просмотр и делитесь своими мыслями, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, буду рад пообщаться. Всем пока, спасибо за просмотр.